про нашу маму, Рахматкуна. Мама наша была, вы знаете, она была мужчина на улице, женщина дома, воспитать детей. Она могла красиво варить, красивый плов. Но она была, я у нее научилась делать плов на это как ее. Вот это мне осталось. Как снимать тоже плов, это очень важно. Снимать. Не вот просто тоже так взять плов, а надо снимать плов как надо. Рахматкуна Мудуршон, такая она красивая женщина была. А Махам Рахматкуна, он был, знаете, не то что джурабос, он был нелегким человеком. Можно сказать, что она перетерпела от него очень много. Ну, еще Амакама Бисор Фрохтан. Когда Амакама Фрохтан, он расстрел получил, и он, так его родственник какой-то продал его. И когда, это как ее, кто, вот этот человек, который продал, мне рассказывала это мама Рахматкуна. Бурхуа Джерзе Токешмамбе. Читьям. Брлентям, тилетям, чеки хой, мамбе туметям, модуми хой. Окутаки, мамбе брлема там да куда. Тума нам бахелоку, помур содели туда. Тума нам бахелоку, тума, тюя азодо там. Содели. Соне, это как ее мудрство, мы такие, нема бы брлёнуть лёдар корнес, ма пусти, пусти маркель пуре. Бабам бы, это как ее брлёнуть лёдар корнес, не надо мне. И ушла. Я не знаю, ли она простила его, не простила. Я думаю, что ушла и все. Вот такая была женщина, которая перетерпела это 10 лет, это расстрел. Это 6-7 детей, и надо бы воспитать ее, поехать за мужем. И это перетерпеть, это все, это нелегко, 7 детей, гоу, бачо, хамо, шо, мишаро, Рахматку на мушке, брата нашего, он был, это как ее, гоу, мидюш, да, да, ану? Да, да. Рефой был завхозом, мышка гоу. Мужчина вверху. Рафаэль Аким, как папа, папа для них. Рафаэль Аким, он как отец для них. Их надо как ее контролировать. Аким для нас. Да, так ее все делал Хрид. Это делал тот. Ама Бсеро, как Бсеро. Я тут грани корну мяке. Да. Рахмин Рахматку на расскажу про Рахмина. А мы были в Одессе. Дайте, мы были в Одессе, я про Рахмина хочу рассказать. Теперь нас было 6 человек. Ну что? Алло. Моя жена говорит. Лили, девочки и Рахмин. Нас какой-то концерт. Теперь билетов нет. Правительственный концерт. Паевич приехал. А теперь партийный билет был какой-то белый, с Комсомольском. Нет, красный, красный. Красный такой. Он показал вот так вот, вытащил, говорит. Они приехали. Делегация. Раз, два, три. 6 человек. Первый раз. Вот так он был такой в Одессе. Он продавал, еще никогда не было плащи баллоновые. И куртки, что не было, парчер, марчер. Все с Одессе привозил, как видел уже. Красавец был. Рахматкуна. 51 умер, и Илюша Рахматкуна 51. Вот, да, вот это вот, вот такие, а? Кен, мама наша была тоже. Вот это вот дети, которые были, какие дети были, я хочу рассказать. Какой лапки, маму, мудушу, вот их очень много. Алло! И она, моя свекровка, жила со мной, можно сказать, что все время. Тем более в Израиле. В Израиле, когда мы. Яков, сейчас выйдешь оттуда. Мы приехали в
Израиль. Все. Моя это моя это мамка, конечно, наша мама. Она была там богатая. Дома. Не, это как в старом городе, в новом городе. Два дома. Двухэтажный. Несмотря на это, она приехала 68 квадратных метров. Она жила в Израиле. Потом она говорит, что все будет хорошо. А я напротив жила, мы жили рядом, это в Тифе. Вот так она меня поддерживала, что моя мама умерла, когда я приехала в 74 году, в 72 году приехали. Она мне заменяла мою маму, Рахматкину. И отец через год умер. И наш отец Маркель заменял мне папу. Вот так вот они мне помогали, я им помогала. Мы были все всегда вместе. Рахматку на Модрушеву мы всегда ночью и день вместе вспоминали и говорили. Если о нем говорит, а о ней говорит, я, а о Макам говорит, есть очень много. Но они прекрасные, замечательная женщина. Келинджон, Келинджон всегда на мне говорит, Келинджон, манаджопаджопу. Тут только манаджопаджопу, прямо. Швоба мёни ола. Мамкам, че? Мау, ика спам динки, борат сади в Америке. Але ика ваш тоду, дью ваш тоду, не куй солку.